Когда-то Иглесиаса и Азнавура сравнивали, считали соперниками и конкурентами. Но они думают и тогда, и сегодня, что им нечего делить. Это волшебный человек. В его глазах и страдания, и такая красота. У него есть все качества, которые должен иметь артист. Я бы сказал, что Азнавур — величайший певец Европы за всю историю эстрадной музыки. Мне нужно было это сделать, и для меня честь и удовольствие петь с ним. Какое удовольствие стоять рядом с этим великим человеком. Сейчас, когда мы здесь с музыкантами, я хочу сказать, что это своего рода мечта. Стоять рядом с таким, как ты, с твоей силой, талантом, стилем, с тем, что ты значишь для всех нас, артистов. С возрастом? Да нет, какой возраст? У тебя нет возраста? Да есть, есть. У меня же дома есть зеркало. Когда-то сам Азнавур сказал, что прежде французский был языком любви, а теперь его считают языком нежности. Певец вновь подарил французской музыке эту высоту.